Это совсем другая история, совсем другой фестиваль. Зеркало принципиально поменяло свой формат. Безо всякого апломба, без заборов, без VIP-пропусков. Открытие в этом году проходит в Юрьевце на центральной площади. Мероприятие абсолютно бесплатно для всех желающих. Слоган фестиваля этого года – «Территория эксперимента». И главный экспериментатор – Константин Шавловский. Это новый продюсер. За 6 фестивальных дней покажут 50 фильмов. В Юрьевце на главной площади все это время будет работать кинотеатр под открытым небом. В Иванове фестивальным центром станет ЛОЦ. А еще с этого года начинает работать новая программа «Кино на колесах». Фильмы в центре «Циклона» и «Эритмия» покажут и обсудят со зрителем в Родниках, Кинешме, Вичуге, Фурманове и Юрьевце. Преодолеть некое по разным причинам сложившееся недоверие у какой-то части зрителей, жителей Ивановской области и его города Иваново, что это какая-то их тусовка, вот они там что-то сами с собой делают, что мы как бы хотели сказать, что мы хотим вообще разговаривать. Приходите, будем общаться. Главная конкурсная программа отбиралась по тому же принципу, что и обычно. Это наиболее интересное произведение авторского кино последнего года. Россию представляет анимационный фильм «Гофманиада» Станислава Соколова. Это романтическая фантазия по произведениям Гофмана. Традиционная программа «Тарковский контекст» представлена фильмами Ларса фон Триера. Фильмов его классических 90-х годов прошлого века. К нам приедет актер Жан-Марк Бар, который играет в одной из конкурсных картин, а также является участником всех этих фильмов Триера. Это будет такой главный почетный гость. Традиционно собирает залы программа российского кино «Свои». В этом году для зрителя подготовлено 7 фильмов. Работа Анны Крайс «Нашла коса на камень» будет особенно интересна ивановцам. Прежде всего, это интересно тем, что Анна Крайс – уроженка Ивановской области, и действие ее картины происходит в городе Иваново в 90-е годы. Она приедет, будет встречаться со зрителями. В том числе здесь, в центре Тарковского, будет показ. В том числе здесь, да. Она победитель движения. Она победитель фестиваля движения, это фестиваль дебютов. Как это не удивить, когда с Аней разговаривала, она сказала, что в прошлом году она подавала эту картину нам. Но поскольку никто ее не знал, никто не видел, и подавала она как-то скромно и непонятно как, мы эту картину не нашли. Традиционного открытия как такового не было. Организаторы просто поприветствовали жителей и гостей Юрьевца. Зато дождь – неизменный атрибут фестиваля каждый год. Сегодня дождь, к сожалению, но, знаете, как говорил один кинематографист Сергей Михайлович Сельянов, он говорит, ты знаешь, когда дождь на воде, это по-нашему, это по-киношному. Поэтому сегодня настоящая кинопогода. Главным подарком для всех стал концерт Вячеслава Бутусова. Творчество этого культового рок-музыканта неразрывно связано с кино. Он автор саундтреков к фильмам Алексея Балабанова. А первый альбом Бутусова «Переезд» – ровесник ностальгии Андрея Тарковского. Не хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Юрьевец.